Условия охраны и охрана труда. Об этом сегодня шла речь в Республиканской Федерации профсоюзов. В экономике республики заняты 380 тысяч человек. И тема семинара напрямую касается каждого из них, отметила основной докладчик, председатель общественного объединения Фатима Тамшокова. По ее словам, в прошлом году проведено 66 проверок. В результате выдано 6 требований о приостановке станков, оборудования и транспортных средств. Выявлены факты отсутствия аттестации рабочих мест, а также нарушение требований СанПин при эксплуатации компьютеров. Из почти 200 личных обращений членов профсоюза в пользу работника решено более 180.